Старт нового сезона уже совсем близко. А это значит, что пора представить последних по очереди, но не последних по своему уровню волейболиста казанского «Динамо». Знакомьтесь, капитан сборной Доминиканской Республики Бетания де ла Крус де Пенья. Доигровщица, 32 года, рост 188 сантиметров. Победительница клубного чемпионата мира и Лиги чемпионов в составе турецкого «Экзачебаши», а также чемпионка Доминиканской Республики, Японии, Южной Кореи и России в составе московского «Динамо». Бетания является опытной волейболисткой с отличным прыжком и способная атаковать с большой высоты. Плюс стабильная подача, игра на блоке и в защите. Свою карьеру доминиканка начала в 15-летнем возрасте по инициативе своего двоюродного брата и подруги. В 19 де ла Крус стала чемпионкой Доминиканы и с тех пор играет за пределами своей родной страны. Причем играет очень успешно. Она выступала в чемпионатах Пуэрто-Рико, Японии и Южной Кореи, где неизменно становилась чемпионкой и регулярно признавалась лучшим игроком сезона и входила в символические сборные ведущих лиг этих стран. Бетании де ла Крус принадлежал мировой рекорд среди женщин по результативности в отдельно взятом матче. 9 января 2012 года в матче чемпионата Японии Бетания набрала 51 очко, а уже через неделю побила мировой рекорд, набрав 54 очка. Чуть позже это достижение было побито нашей старой знакомой болгаркой Элицей Васильевой, наколотившей 57 очков. Де ла Крус более 10 лет выступает за сборную Доминиканы и является ее капитаном. Со сборной Бетания выигрывала различные турниры североамериканского континента, участвовала в Олимпийских играх в Лондоне, отыграла 3 чемпионата мира и 2 Кубка мира. Также не раз завоевывая индивидуальные награды и титулы MVP, лучшего доигровщика и подающего на различных турнирах. Этим летом Де ла Крус сыграла в 13 из 15 матчах волейбольной Лиги наций, став самым результативным игроком Доминиканской Республики и 5-й в общем списке бомбардиров, набирая в среднем 16 очков за игру. При этом в заключительном матче против японок Де ла Крус выдала невероятные 35 очков и помогла своей команде одержать победу 3-2, которой, правда, в итоге не хватило доминиканской сборной, чтобы выйти в финал 6. Одержав 8 побед при 7 поражениях, команда Доминиканы завершила турнир на 8-м месте. Самый успешный сезон на клубном уровне Бетания провела в Турции, выступая за Экзачебаши в сезоне 14-15. Одна из сильнейших команд планеты в тот год выиграла клубный чемпионат мира и Лигу чемпионов. А вот в чемпионате Турции завоевала лишь бронзу. При этом сама Де ла Крус вновь попала во всевозможные символические сборные. Из-за травмы плеча и последовавшей операции Де ла Крус пропустила сезон 15-16, но при этом смогла уделить куда больше, чем обычно, времени своей семье. Ее муж Фермин Михея Галан в прошлом игрок национальной сборной Доминиканы, а в 2010 году у пары появился на свет сын Фер Исаев. В декабре 2016 года Бетания де ла Крус впервые приехала играть в Россию, заключив контракт с московским «Динамо», и буквально сразу же уступила Кубок России казанскому «Динамо» в финале 4, проходившем в центре волейбола. Но доминиканка смогла реабилитироваться весной, став чемпионкой России, взяв реванш у команды Решата Гелезудинова. Далее была бронза чемпионата Италии в составе Скандичи и экзотическая командировка на сезон в Индонезию, откуда Де ла Крус вновь возвращается в Россию. На этот раз в казанское «Динамо». Верим, что опытнейшая доигровщица сможет помочь казанской команде в достижении самых высоких целей своими невероятными волейбольными навыками, которые Бетания де ла Крус уже не раз демонстрировала любителям волейбола по всему миру. Lace the fuck up, lace the fuck, lace the fuck, lace the fuck.